Так, что? Иду на блиц-турнир. Да, но это я вышел немножко раньше, чем положено. Поэтому мы задержим дверцы. И спускаемся ниже. Итак, сегодня блиц-турнир, посвященный 70-летию гроссмейстера Пушкова. Вчера был Рапид. Ну, для меня, конечно, наиболее интересно, ну и я думаю, что и для вас наиболее интересно это блиц. Рапид все-таки не совсем телевизионное мероприятие. И завтра начинается уже первенство Южного федерального округа детское. А сегодня мы будем наслаждаться блицем. Причем порядка 10 гроссмейстеров играет. Будет на что посмотреть. Ну, я вроде бы договорился с арбитрами, что они поставят столики так, чтобы свет падал со стороны окна и часы, чтобы были видны. Вот таким вот образом мы решили проблему, потому что во время Рапида часы стояли напротив окна, вернее, как со стороны окна зала, и поэтому не очень было удобно. Но сегодня два столика. Ну, снимать буду только первые два столика. Вот, и дальше, если партии здесь будут заканчиваться быстро, то постараюсь еще захватить эндшпиля. Ну, обычно удается в одном туре снять одну полную партию и один эндшпиль какой-нибудь задержавшийся. Так, время сейчас, ну, еще 25 минут до начала. Я думаю, что, надеюсь, что зал открыт. Ну, сейчас мы это проверим. Так, сколько мне нужно будет времени? У меня сейчас 160 и 80, это 500. Какой 500? 240 минут. 4 часа, но я думаю, на первую половину хватит. Вот смотрю, народ потихонечку подтягивается. Я тебе звонил. Слушай, там две катушки. Так, директор, главный арбитр. О, все так стал. Ну, это вообще... Это вообще все замечательно. Все руководство собрано. Ой, большущее вам спасибо за часы. Ну, это еще лучше, тогда я успею перескочить оттуда. Но снимать я буду... Довольны. А? Да, вот я теперь жизнью доволен. Если еще наладим интернет, то вообще, потому что... А тут вот кабель интернетовский. Вот только я не знаю, как к твоей камере его подсоединять. Да при... камере, ну это уж вот, вы как... хотите вообще вот все. Кабель, вон интернетовский кабель. Его куда вставлять? Кабель он может быть, но... Но к чему он подключен? Ну, я вижу, что вон есть. Он идет, вон он. Я вижу. Но подключен ли он? Вот что вопрос. Да нет, понятно. На сколько? На 60, короче, на 15, 300. Так, ну вот рабочая обстановка. Все готово. Можно я сниму сразу же, кто у нас
участники. Может, чтобы... там все наоборот есть. Ага, нет, ну мы так вот. Ага, вот, вот, вот. Вот я так вот аккуратненько сниму и решу многие проблемы.